Милая Изабель, не могу перестать думать о нас с тобой. Дорогой Том, с первой нашей встречи мне кажется, будто я тебя знаю и все время представляю себе наше будущее. Твоя любовь вернула меня к жизни. Что мне делать? Как тебе помочь? Помним, скорбим. В момент утраты возникло чудо жизни. Мы ее нашли, это не совпадение. Она очень милая, но мы не можем ее оставить. Мы нужны ей. Мы не делаем ничего плохого. По мотивам романа-бестселлера. Я знаю, что ты будешь чудесным отцом. Папуля, люблю тебя всегда, 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 всегда. От режиссера «Место под соснами». Как тебя зовут? Люси. Люси, очень приятно познакомиться. Пока. С моей сестрой случилась страшная беда. Ее муж с дочерью пропали в море. Она сейчас была бы ровесницей вашей дочки. Когда обретаешь любовь, мы должны всем рассказать. Она ее мать. Я ее мать. Кто-то знает, что моя дочь жива. Разве можно от нее отказаться? Все будет хорошо. Я защищу тебя, обещаю. Это мы виноваты. Слишком поздно. Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, Рэйчел Вайс. Когда-нибудь все это будет казаться сном. Люблю тебя всегда, всегда, всегда. «Свет в океане». Смотрите в сентябре.